По поводу Евразийского союза, мне кажется, здесь перспективы есть, безусловно. Просто восстановить уже там, то, чего боятся, да, там, восстановить, там, все идет к восстановлению Советского Союза, никогда уже не восстановит то, что однажды распалось, разбилось и прошли десятилетия. Но новые формы сотрудничества экономического и развития это, безусловно, такая тенденция прогрессивная. Во что это выльется? Там, будет ли это конфедерация или, там, опять же, некий уже в другой форме союз независимых государств в рамках этого таможенного союза? Сказать трудно. Но, во всяком случае, на мой взгляд, это перспективное направление.